Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Игорь Прудников и Арбалетная Поляна. Возникла у нас интересная идейка попробовать стрелы производства Майнхантер Торум на различных луках. Но стрелы, понятно, они настолько хорошо себя зарекомендовали, что по ним уже можно отбирать луки по качеству. То есть стрелы вне конкуренции. Вот. И получается что-то типа маленького соревнования между моделями. Вот представители американского производства. Моделька Agenda 7. Вот Bear. Вот другой Bear. Encounter, мой любимый. Вот. И с ними будут соревноваться. Фирма Saga. О, фирма Sunlida. Модель Saga. Вот. И модель Velocity. Модельки тоже очень-очень неплохие. Вот. Ну, посмотрим, кто из них лучше, либо хуже, либо на уровне. Вот. Стрелять будем по 3 стрелы. Вот. И показывать результат. Начну с Encounter. Хороший, очень надежный агрегат. Насколько смог, наворотил. Вот. Итак, собственно, стрельба. Мягко очень лук стреляет. Затянут на максимум. Итак, 3 выстрела есть. Идем смотреть. Ну вот это моя ошибка. Вот 2 стрелы легли рядом. 10 и 2 девятки. Так, следующий лук. Следующий лук Agenda 7. Давненько я за него не брался. Ну, посмотрим. Идем смотреть. Ну, в принципе, такая же куча. 2 десятки. Ну, правда, габарит задет, но я посчитаю за 9. 2 десятки и 9. Приступаем к моделям китайского производства. И начну я с очень неплохого лука, модель Saga. Очень редкий лук. Жаль, что перестали возить. Мне он очень нравится. Очень. Тихий, стабильный при выстреле. Может быть, вот за счет вот этой развитой рамы он стабилен. Не знаю, но вот шьет. Буквально шьет. Так.
Вот при выстреле легкий качок вперед, совсем легкий. Ни дерготни, ни вибрации, ничего. Изумительно, вот он висит у меня в руке, вот. Поторопился. Возьму-ка я четвертую. Ну вот, похоже на выстрел. Пойдем смотреть. Ну вот такой у нас результат. Вот это моя ошибка, я ее убираю. О. В принципе, та же куча. И крайняя модель при наших испытаниях – Kinetic Heretic. Не стал я ему длинный балансир ставить, вот такого посчитал достаточно. Он и так массивный. Вот резиночки здесь есть. Очень хороший прицел с возможностью регулировок по высоте, поэтому я один пин оставил. Вполне достаточно. Белочку сними. Ну вот, белочка убежала. Продолжаем стрелять. Маленькое приятное отступление. Чуть посильнее лучок затянут. Хлопок посильнее. Ну. Тоже вполне приятный выстрел. Сейчас посмотрим. Ну вот. Аккуратненько вешаем. И идем смотреть, что у нас получилось. Ну вот, в принципе, точно такая же куча, только смещена чуть влево. То есть каждый лук исполняет этими стрелами одинаковую кучность. Вот. Стрелы классные, работают супер. Модели тоже разные, но показали кучность одинаковую. Значит, соревнование удалось. Я делаю вывод, что китайские модели производства Санлида очень неплохие и вполне конкурентны на мировом рынке. Стреляйте, ребята, испытывайте. Вот, будет интересно.